Доброе утро. У нас сегодня 17 декабря. Я проснулась и сейчас хочу вместе с вами позавтракать. Я буду кушать вот такие вот хлопья, ну, мюсли запеченные. Ого, именно такие мы не брали. И ряженку. Посмотрела, вроде еще срок годности хороший, потому что я приехала с деревни. Вчера только полдня, в общем, кушать варила, так быстренько пол подтерла, но надо наводить порядки, чтобы все было чистенько. Так, и еще нам Лешин брат приносил, не знаю, или с работы ему дали, или что. В общем, передали нам курагу. Здесь, наверное, может быть, килограмм, может быть, меньше. Она прям такая, знаете, чистенькая вся. Одна к одной. Я посмотрела вчера. Прям вообще такая классная. И, скорее всего, еще помою курагу и накрошу. Потому что тут бананы сушеные. У нас как бы есть бананы. Ну, не знаю. Еще вот вчера готовила, мне лист надо помыть. Готовила вчера. Ой. В общем, у меня был, в общем, кружок с минтаем, со скумбрией и с картошкой. Потому что если готовишь прям в перемешку сразу скумбрию и картошку, на второй день вот этот запах прям скумбрии, он пропитывает картошку. Я сделала, знаете, типа такие лодочки, все загородила и стала, в общем, делать отдельно. Все делала со сметаной, приготовила и делала суп с галушками. Oh, 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 oh
сегодня хочу приготовить оливье. Поставила здесь у меня 4 картошки, 1 морковка и 4 яйца. Сейчас все это посолим. Вчера думала, чтобы приготовить, все вроде ингредиенты есть, и колбаса, и горошек. Осталось вот только сварить. Сейчас пока будет вариться, я поем. У меня там суп остался, который с галушками. Очень вкусный, мне понравился. Тут как раз, наверное, одна порция. И все. Так. Как раз кастрюлю помою. И сверю супчик, наверное. Вот кот, вот везде, вот вещи перебирала, он со мной. Сейчас пришла на кухню. Он со мной. Ну что, ребят, на салат у меня все сварилось. Решила сегодня приготовить суп грибной. Сейчас сделаю зажарку. Выключу. У меня там размораживаются грибочки. Не магазины, сразу говорю. Свои. Собственно, собранные грибы. Так, зажарка. Так, вот здесь у меня у нас супчик. И получается морковка с луком. Буду еще капусту тушить с мясом. Вот у меня свинина, я разморозила тоже. Думала сперва со свинины суп приготовить и капусту потушить. Но думаю, сильно будет такой, мне кажется, тяжелый супчик. Хотя и грибы они тоже такие. Но захотела, знаете, грибного супчика. Зелень туда замороженную добавлю. Будет такой легенький супчик. Потому что впереди 2 выходных. Леша мне позвонил, сказал... Либо на лыжи он завтра пойдет, либо, может быть, ездим на каток. Но я еще, знаете, не штудировала, да, где что, залили вообще катки или нет, потому что у нас сильно таких морозов нет. У меня тут зажарка, грибочки, морковь, лук. Добавила красный перчик замороженный, сливочного масла. И вот водичку сейчас жду, пока испарится. Сейчас буду резать на супчик картошечку. Ну, меленькими кубиками нарежу. Так, ну что, я готовлю оливье. Смотрю свой стрим. Послушать, что я говорила вчера. Так, что у меня на оливье? У меня здесь яйцо, морковка, картошка, колбаса молочная, брала в Ермолино. Огурцы соленые, горошек. Сейчас, в общем, перемешаю, заправлять сразу не буду. Посмотрю, может быть, еще огурцов добавить. И мне еще понадобится одна луковичка. Такая небольшенькая. Такую вот сейчас почищу. Сразу заправлять не буду. Так, у меня тут, в общем, бардак. Капуста тушится уже. Сварила супчик. Вот такой вот. Сметану еще чуть-чуть добавила. В общем, просто картошка у меня закипела. 3 штучки. И я зажарку добавила. И все.
работы закончился день, я прибралась, все полы поперемыла, стенку всю протерла, полы, ванну, туалет, ну стирка у меня еще стирается, все здесь, ванну все поперемыла, раковину, зеркало, пол, так, туалет, все коврики убрала, сейчас они у меня постираются. Все поперемыла, все убрала. Эти полочки тоже все протерла. Так, наша, так сказать, нежилая особо комната. Тут вещи сохнут. Постирала. Вот такой вот стол. Леша сам его делал. Там, кстати, палатка. Надо ее куда-то убирать. Вот так вот он выглядит. Там у нас внутри еще полочки. Вот такой вот. И кот пришел. Все, тут тоже полы помыла, пропылесосила. И на кухне. Ну, здесь все тоже убрала. Помыла, пропылесосила на кухне. И знаете, в общем, сейчас сняла клеенку. Со стола, думаю, сейчас постелю. Она у меня как раз выветрилась. Я куда-то ее убрала и не могу ее найти. Вот старую убрала. И смотрю, мне еще лежит одна. Когда-то ее брала, вот такая вот красивенькая. Думаю, сейчас ее на балкон вытащу. У меня, в общем, такая была, но она вся порвалась. И вот такая вот синенькая. Но она тонкая. Так, сейчас эту... Не знаю, куда уезжала, в общем. Была на балконе. Потом, получается, Леша ее сложил, убрал. А я уже взяла ее... Куда-то, ну куда-то на кухню, в общем, брала. Здесь стеллаж. Вот эту вот тумбу мы продаем, что она нам не нужна. И стоит пока вот так на кухне. И вот, не знаю, ну вот эту придется поселить, если ту не найду. Ну где-то дома она. Потому что я вывешиваю на балкон, потому что запах от нее едкий такой. Так, бумажка. Вот она. Ладно, пойдем на балкон. Это можно выкинуть.